сегодня мы пришли в парк. Я тут последний раз была 15 лет назад, один раз. Такой прям вот, как был, такой остался. Карусельки старенькие. Хорошо. Аряша хочет браслетик открыть и покататься. Ну, где браслетик? Сейчас, да. Аряша вот такой же сладкий. Вообще, мы сюда приехали уточек кормить. Да? Да. Ну, кто-то захотел браслет открыть. Показать ребятам. Да. Покажи ребятам, что это за браслет такой. Баддис какой-то. Новый браслет появился, мы такой еще не видели. Ну давайте его открывать. Открывай. Это типа Шопкинса что-то, у него тоже цепляются шармы к основному браслету. Можно собирать, докупать. Я могу открыть. Давай я тебе помогу. Получается. Получается? Да. А вот эти шарики. Ага. Ты которые и достану я. Ага. А как же их туда вставить? Они цепляются. Видишь, у них как ротик. И надо просто их нанизывать. Это сопряжено. Боже, я смотрю на карусель на заднем фоне. И вот такое ощущение, что это мое детство, а не Аряшина. Я думала, таких каруселей уже не существует. А я тебе говорю. Давай помогу тебе. Не получается? Нет. Давай. Такие длинные. Угу. Держи, Аряш. Спасибо. Угу. Такой вот браслетик. Покажи, ребят. Такие вот там какие-то человечки, монстрики. Я даже не знаю, монстрики. Кто это. Монстрики. Да. Такой давайте браслетик. Пойдемте кататься. Ага. Пойдем. Он называется колокольчик. Пойдем. Дяде билетик дадим. Дочь, где дядя? Билетик давай. Понравилось, Ряд? Да. Здорово. Накатались мы на ретро-каруселях, теперь идем кормить уточек, да, Дать? Пойдем. Пойдем.
Нравится браслет твой? Да. Угу. Вот такой классный. Я думала, таких каруселей уже не существует, дочь. Такие карусельки были в моем детстве. Пойдем. Где уточки? Пойдем посмотрим. Они тут все раскидали. Да, пойдем посмотрим. Все. Давай кидать. Сейчас. Хлебушек достану. Где уточки? Ну, кидаем. Пусть плывут поближе. Только близко не подходи к водичке, дочь. А сейчас они приплывут. Вон, посмотри, плывет уже ближе уточка. Видишь? Еще кинь хлебушек. Говорят, Ряша, дай нам хлебушек. Ой, не получилось. Видишь, они кушают. Вон еще приплыла одна. Видишь? Дать тебе еще кусочек? Или ты, у тебя еще есть? Так ты им побольше кидай. Чего ты? Держи. Я тогда стала сова. Давай. Только близко не подходи к водичке. Вот отсюда дай кидай. Давай. Пока. Дочь, подальше от воды отойди, пожалуйста. Ряж. Ряж, голубям кинь. Посмотри, они тоже хотят. Так ты им кинь, дочь, они боятся к тебе близко подойти. Вот, видишь, ты отошла, и они сразу подошли к хлебушку. Они боятся, дочь. Боятся, ты им кинь, они поднимут. Теперь
так много. Угу. Хлеб. Ну, ничего страшного. Уже всех покормила. Там посмотри еще, сколько хлеба плавает в водичке. Всем хватит. Папа. А. Сейчас дам. Аряша с собой еще взяла мыльные пузыри. Пони! Да, пони. На, держи. Вот они. Угу. Я не могу открыть. Давай, я тебе помогу. Спасибо, я буду их дуть. Так они ловите. Хорошо. Угу. Кто это? Лев, да? Да. Нету? А где Аряша? Где-то спряталась. Мне кажется, я знаю, где она. Где же она? Попалась, все, пойдем. Попалась уже, да. Пойдем скорее. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.